Сразу о двух задержаниях заявил генеральный прокурор на своей странице в Фейсбуке. Оба – сотрудники прокуратуры Киевской и Рівненської областей. Обоих подозревают во взяточничестве. Известно, что в Рівне задержали Максима Журавского. По информации Юрия Луценко, он в сговоре с киевским коллегой требовал 130 000 гривен у бизнесмена за то, что уголовное производство будет закрыто.